Долой царя! 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 Нет инаугурации! Нет инаугурации! Нет инаугурации! Нет инаугурации! Нет инаугурации! Нет инаугурации! Слева. Хорошо, я должен сказать, слева. Слева сейчас. Слева обычно. Азель обычно чё-то. А вы пойдём начать. Я думаю, это людей уже не остановит. Машины пропустят, потому что это массовое это. Именно поэтому перекрываются дороги, когда официальные митинги. Путин вор! 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 Где мужчина стоит, там... Путин вор! 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 Это обычный батарей. Путин вор! Путин вор! Путин вор! Путин вор! Сейчас посмотрим. Путин вор! Путин вор! Путин вор! Путин вор! Путин вор! Путин вор! О, знакомые все лица прошлого митинга. Прямо. Смотри, менты ведь стоят на пешеходном. Они будут стоять, они не пойдут за людьми. Коллапс на все революционные. Слышится дальше? Да. Она вся стоит. Сейчас там дальше за людьми станет, потому что здесь ничего не едет. Здесь все остановилось. Они могут начать разгонять? Да. Заточивый газ, вода. Вода? Вода или заточивый? Вода. Струями, гидрант. Бьет и все. Неприятно. Благо мне не приходилось, но рассказывали, бьет очень сильно. Гоняем? Склонение будет не сильно большое. 25. Если всем будет немного позвать. Смотри, встал опять, видишь? Автозак. Да, ну с расчетом того, что задерживать будут здесь. Могут Русу знать. А Русу нельзя. Типа общественное место, но типа это частная территория. Согласовывать можно. Вообще, если место где угодно можно, только общественное территория, ничего не будет. Да. Но если зайти в Русь или около Руси, где сейчас там вход, лицо, то да. Да. Ну, типа, крики будут, извините. Хорошо. Эй, народ. Вот, об этом же. Только не в Русь. Поближе к автозаку. А куда тебе нужно в нее? Да, вот. Долой царя! Долой царя! Долой царя! Долой царя! Я их явно с учетом снимать все. Долой!
она едет за счетом всех достаточно. В толпе проходи. Не друзья, блядь! Все, это спокойно. Американский бринг. Сонные собрались? Хороший вопрос. Мы пошли до моста, не знаю. Или ты хочешь? Ну да, ну просто. Ну я просто знаю. Ну ничего плохого тут не будет. Слышишь? Не хватит. Извиняюсь, как еще машина с камерами не проехала. Извиняюсь, как машина с камерами дальше не продолжает ехать, там стоит. Снимает, потом проезжает дальше. Все снимается, не проезжает. Да. Да. А еще я вижу, что мы по той стороне ехали. Да, они идут. Да, мне сейчас сказал, когда я там сказал, что они идут по краю. Они очень боятся, что сейчас что-нибудь будет, какая-нибудь диверсия или что-то. Ладно, там что-нибудь мало. Не очень боятся. Нет. Они тут для этого не очень мирно себя ведут. Это было очень аккуратно, когда их задерживали. Нет, это не очень аккуратно. Сейчас гораздо жестче было. Они дали пройти. Только выйдите, мы сразу вас уложим. Нахуй эти выборы. Перед выборами надо было. Какое? Ты уж все давно. Че толку? Так, никто не увидел. О, а вон и машинка с камерами, видишь? 360 градусов камера. Путин вор! Путин вор! Че, дальше? Путин вор! Смотри, люди снимают с этой камеры, то есть. Кажется, она стала еще меньше. Да. А, ну сейчас будет увеличиваться на все это. Ты представляешь, там интересно, что будет, когда она... Когда она дойдет до конца. Нет, она там проехала, это без камер. Нет. Я видел, она нет, она далеко.
Она, у нее цель была вон те, переход, где люди переходят. Не здесь точно снимать. Здесь, Андрей. Да.